сегодня у меня на обзоре опять же таки наша всеми любимая игра Blood and Soul. Да что ты, черт побери, такое несешь? Администрация, к вам все-таки накопилось не так мало вопросов. И начнем мы, пожалуй, по порядку. И первый вопрос, когда же вы все-таки начнете исправлять все эти баги, которые есть в игре? Проблемы с телепортом, ошибка, которая требует очень много оперативной памяти. Мне вот интересно, вам и писали игроки, и я не знаю, что они только не делали. Как нам до вас, долбоебов, вообще достучаться? И второй вопрос, не менее актуальный. Вы хоть что-то собираетесь делать с читерами? Или вам реально вообще просто похуй на всех тех игроков, которые играют честно? Которые донатят вам, но вы делаете вид, что вы впритык не замечаете все эти жалобы, которые они пишут вам на тех игроков, которые используют сторонние программы. А ведь таких игроков реально очень много и на разных серверах их конкретно навалом. Но самое интересное, вы реально нашли выход? Вы закрыли бухту и ущелье. И не забываем подписываться на канал, ставить лайки. А если все-таки кто-то хочет поддержать канал в развитии, все ссылки есть в описании под видео. И третий вопрос, который ответят на первые два. До меня дошли слухи, что вы хотя бы как-то начали шевелиться и начали искать себе айтишника. Но самое, блядь, смешное в этом то, что вы предложили ему за работу 300 рублей в день. Блядь, 300 в день. Ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. Я, конечно, хуй его знает, где был ваш мозг, когда вы предлагали такую сумму, но имея такой донат, который есть сейчас у вас, вы можете позволить себе намного больше. Поверьте мне, намного. Но если вы это сделаете, вы избавитесь от большинства тех проблем, которые есть сейчас. С недавнего времени у читеров появился новый прикол. Мне недавно его прислали, и я сейчас вам покажу, что он из себя представляет. Отсюда вопрос админы, какого хуя посторонние люди могут удалить персонажа из вашей игры? Либо вам совсем уже похуй, либо это чьих-то рук дело с вашей стороны, больше у меня вариантов никаких нет. Ах да, я чуть не забыл о стабильности нашей игры. 5 августа у нас опять легли сервера, и самое интересное, вы ни хрена опять это никак не компенсировали. Мне вот интересно, вы как будете компенсировать потраченные руны, прем, да и многое вообще другое. Но самое смешное, среди обещанных 4 дней рейдов, вы сделали 2 дня рейдов для сервера Кратоса. Я, конечно, все понимаю, но ваша репутация съебалась в закат. А теперь давайте все-таки сделаем вывод по всему сказанному. Есть игроки, которых хрен убьешь, и вы закрываете на них глаза. Вы не делаете ни обновления, не устраняете баги, не можете нанять нормального человека, который будет за этим всем следить. Таким темпом вы просто потеряете тех игроков, которым действительно полюбилась данная игра. Как до вас донести, что в данной игре мы находили свою вторую половину, знакомились, общались, кто-то начал встречаться, сыграли свадьбу. Но самое смешное, для многих людей это не просто игра, это какой-то смысл жизни. А вы просто решили все это пустить на самотек. Я надеюсь, что вы хотя бы как-то начнете все это исправлять. Еще услышимся, до скорых встреч.